Друзья, сегодня мы поехали прокатиться по поселочным дорогам недалеко от нашего городка. И что мы увидели? Мы, конечно, увидели красивые пастбища, и на них паслись коровы. Я как-то вам обещала их показать. Мы подъезжали к ним очень близко, провоцировали их на то, чтобы они обратили на нас внимание. Ну, они занимались своим важным делом. Зихмул. Сочерихин. Warum sollst du? Um ein bisschen Bewegung in den Film zu kriegen. Marik, du das selbst? Ja, Marik, ich muss ein bisschen drauf. Regen beginnt. Мне кажется, что не стоит мне много описывать эти коровы. Вы сами можете их видеть, какие они обширные. Какие... Ну, посмотрите, разве вы видели когда-нибудь таких коров? Обычно бока всегда опалые. Живот, конечно, большой, но обычно бока опалые, ребра видные. А эти такие... Они, с одной стороны, очень гармоничные. Посмотрите-ка, у них нет особых выступов. Но зато они какие круглые, упитанные. Видно, что вот здесь передняя часть, там задняя часть. А это прямо так и просится на портрет живописный. Мы ездили от одной группы животных до другой. Я снимала, а за нами ехала машина. И она все время ехала за нами. Куда мы, туда и она. И такое чувство, что кто-то за нами следил. Они, наверное, не могли понять, да кто здесь останавливается и все время фотографирует. Для чего? Давно коровы никого не интересовали в этих местах. И в конце концов мы все-таки здесь образовали пробку. Здесь никогда больше одной машины не проходило. И вдруг такое скопление, и коровы стоят, удивляются, что тут происходит. Столпотворение. Какая прекрасная корова. А каждая ферма, каждая часть фермы заканчивается вот примерно такой вот композицией. Христос на кресте или маленькая капелла стоит. Обязательно. И небольшая вывеска этой фермы, что она производит. Вот такое маленькое путешествие. Было ли вам интересно с нами? Будем рады получить от вас ответы. И привет! От Only Maro. Он вас благодарит за лайки, которые вы ему поставили в прошлом видео. Пока!